Ароматные и полезные. В Азербайджане в этом году ожидается рекордное количество сладкого меда – 8 тонн. Центром его производства считается Саатлинский район. Там побывал Кемрян Гюсейнов. Семьдесят пчелиных семей на пасеке Этирама Мамедова уже дали 1,5 тонны меда. Говорит, соберет еще больше. За 20 лет такое впервые. Февраль в этом году выдался жарким. Пчелы активизировались раньше времени и стали вылетать из улья в поисках нектара. А в марте, наоборот, было холодно. Самый плодотворный период начался в апреле. Они работали, добывали нектар, не покладая крылышек. Насекомые породы корника – одни из самых трудолюбивых. В основном в Саатлинском районе разводят их. С одного улья можно собрать до 90 килограммов меда. По пчелиным меркам это много. Ой, да что мне задержать? Нектар они добывают из солодки. Чтобы получить 100 граммов меда, одна пчела должна опылить около 1 миллиона цветков. В Саатлинском районе дефицита солодки нет. В мире известно более 18 видов солодки. У нас произрастают 3. Это лекарственное растение, особенно его корень. Применяется для лечения урологического заболевания, бронхиальной астмы, артрита. Лечебный эффект от него даже сильнее, чем от женьшеня. А что касается добычи нектара из него, то пчелы добывают сок как из цветка, так и из листьев. Килограмм меда из солодки саатлинские пчеловоды продают за 35 манатов или 1200 рублей. Местные жители покупают его уже не одно десятилетие, а зарубежные гости распробовали только пару лет назад. К нам из Японии в 2019 году привезли пчеловодов. Азиаты, в принципе, большие любители лекарственных растений и продуктов, которые из них производятся. И вот когда их проинформировали о том, что в нашем районе из солодки делают мед, они восприняли это с энтузиазмом, попробовали его, им очень понравилось. Несколько образцов увезли с собой. Теперь и арабы покупают у нас этот мед. Пчеловод Фуад Зейналы ежегодно принимает участие в медовых фестивалях. Недавно на одном из них мед с его пасеки занял 2-е место. На фестивалях в основном обращают внимание на вкус меда. Приятно, что моя продукция стала одной из вкуснейших. И этого непросто добиться. Качать свежий и ароматный мед пчеловоды Саатлинского района будут до сентября. Кямран Гусейнов, Мурат Гусейнов, Афган Афганзаде, Мир 24.